министр МВД Таджикистана Рамазон Рахимзада встретился с представителями таджикских диаспор в России. Делегаты прибыли в Душанбе для принятия участия в праздновании в честь Дня независимости Таджикистана 9 сентября по личному приглашению президента Рахмона. В ходе встречи министр Рахимзада призвал представителей таджикских диаспор к содействию в пропаганде курса режима среди трудовых мигрантов в российских городах. Наблюдатели отмечают, что режим Рахмона сегодня проявляет все большую изобретательность в реализации своих планов и постоянно запускает все новые и новые рычаги для удержания власти в стране.